Доброе утро, мои дорогие. Привет вам из заснеженного Мурманска. Идет снежочек мелкий. Ну и потеплее стало. Вот, ночью прилетели Костя с Таней из Питера. Они там с Сашей, с Даней увиделись, посидели. Вот. Приехали все расстроенные. Расстроенные, потому что мониторили погоду в Сочи. Ну и в результате ничего хорошего. Костя говорит, чего делать? Погода там, ну, до конца тоже февраля практически, как и в Крыму. Похолодание, ветры страшные, дожди со снегом. А Имеретинка, этот курорт, он прямо на самом берегу. Представляете, что там творится? Это лететь на неделю, чтобы неделю просидеть в номере с детьми. В общем, короче говоря, совещались, отказались. Дальше стали думать, в Турцию лететь. В Турцию еще сложнее лететь, потому что нужно на выезде из страны сдавать платные анализы на ковид. Потом из Турции возвращаться опять сдавать платные анализы на ковид. И погода там даже на Средиземном море тоже плюс 5, плюс 7 и дожди, так что... В общем, короче говоря, не знаем, что делать. Ирочка, опять наша встреча откладывается, видимо, до лучших времен. Ну, обидно, все уже так настроены были, что послезавтра уже вылетать должны были. Ну, это, сами понимаете, во-первых, это деньги без всякого удовольствия. Ну, что это? Здесь хоть вот оно. Во-первых, уже нет таких морозов. Снежочек мелкий идет. Как-то привычная погода. Ну, не знаю, в общем. В общем, вот так. Вот, а я иду, мне надо вот туда в молл. Вон там оранжевый такой кружочек видно. Вот, в Леонардо пойду. Мне нужна самозатвердевающая вот эта паста. В Черноморске ее нет. Так что вот надо сходить туда и посмотреть заодно, что там есть в Леонардо. В общем, короче, расстроенные все. Ну, а что делать? Вот погода сыграла с нами вот такую шутку. Вот, вот это вот желтенькое здание двухэтажное. Это вот Костя и Тани. Физкультурный центр. По Бубновскому. Ну, это кто знает, это вот для реабилитации после травм. Ну, и вообще, у кого там что болит. Ну ладно, пойду я. У них, кстати, есть свой сайт. Спина не болит. Заходите, там всякие упражнения показывают. Посмотрите, интересно будет. Подписывайтесь, лечитесь. Ну, а я как всегда. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. А я вместо того, чтобы... идти по нормальной дороге, попёрлась дворами. Ой, не могу. Снежочек скрипит. Ой,
Смотрите, какие сосульки. И почему-то вот именно вот тут больше нету. Текло, что ли, чего-то. Вон какие сталактиты висят. Ой. Надо мне вернуться до 3 часов. В 3 часа Макар, внук старший, придет в гости. Я уж ему сегодня говорю, Макарик, раз не летим в Сочи, я тебя не дергала, думаю, в выходные у тебя там свои дела, тренировки. Я говорю, теперь давай-ка приходи в гости, хоть увидеться. Так-то должны были в Сочи все вместе лететь. Снегу сколько. Кусты какие. Засыпанные снегом. Вот была же тут в октябре. Рыли, копали тут трубы, что-то ремонтировали. В результате там люк и валит вон пар оттуда, из этой кучи. Ой. Да, дворникам в Мурманске не позавидуешь. Осенью листва летит, а потом вот это 9 месяцев зима, остальное лето. Снег, снег, снег. Каторга, а не работа. Ёлка стоит, занесённая снегом. По дороге у меня фикс-прайс. Еще один. Ну как не зайти? Зайду, конечно. Очень мне нравятся вот эти зеркала. Но их надо брать несколько штук. Ну, чтобы это красиво смотрелось. Как вести-то? Я уже думаю, может купить. Может, летом приедут ко мне на машине, да привезут. Но очень хочется прям такое сделать из нескольких штук. Ну, понятно, надо задекорировать, перекрасить, но очень нравится. Ну и тут опять. Ой, прям. Ой, прям, ой. Слушайте. Ой, а тут есть птичка. Тут есть птичка. Вот эту птичку я сейчас и возьму. И сделаю сама себе шкатулочку. Правда? Это может разбиться по дороге. А это я сделаю из какой-нибудь баночки. Так. Девчонки, это я вам все показывать не буду, потому что нет у меня времени, да и не делаю я обзоры. Так, такие я уже купила. Взять гладиолуса, что ли? О, очки. 149 рублей. Но моих плюс 3,5 нет. Плюс 3 есть. Так можно было бы взять за такие-то деньги. Просто так, на всякий случай. Ой, у меня на всякий случай их столько. Ну ладно. Какие зеркала с ушками по 199, а эти с емкостью
Сотник зеркал, говорю, сколько. С подсветками. Ага, вот эти вот органайзеры, видите? То были просто прозрачные. А теперь с такими блестками. Угу. Так. Так, ну тут всякая мелочевка, ароматизаторы. Так, вот это я возьму. Клейка, лента двухсторонняя. Тут, конечно, сколько тут? Метр. Она такая толстая. Так. Я думала, это игрушка, это ручка. Мягкая. Антистресс. Что так не придумал? Дорожное радио. Угу. Так, варежки, носочки. Вот такого мне продали бы. Нужно. Заказывала я на Алиэкспрессе. Они все-таки мятые приходят. С вмятинами потом приходится как-то выравнивать. Так, ну тут ладно. Всякие хуснужды. Так, вот такие я не видела еще. Подставка под горячее, под мрамор. А еще вот какие есть. Ой, я до Леонардо никак не дойду. Так. Да, я и только хотела спросить, как папа реагирует. А он еще, кажется, не знает. Да не, если смотри, все чай. Чай, видите, зеленый. Ну вот, как-то нет, черный. А пистолетов горячих так и нет. Подставки под чашки, тоже под мрамор. Ну, стекла. Девчонки, даже озвучивать не буду. Это надо приходить и смотреть. Тарелочки интересные. Ну вот в разных магазинах по-разному. Что-то есть, то чего нет в другом магазине. Ладно.
Да. Так, ну это день влюбленных прошел для меня незаметно. А вот наклеечки сейчас посмотрю. Так, фламинго у меня уже есть. Что мне надо? Нет. Так, а что? Сумки какие-то. Что-то. Так, ладно, пойду я в очередь. Ну вот, время 12:30, я только к молу подхожу. А в 3 надо быть уже дома. Дошла. Вот Окей. Ну, в Окей я уже сколько раз была. Каждый раз, как приезжаю, хожу вот этот Окей. А это вот мол. Так. В небо. Еда какая-то, видимо. Не было раньше такого. Кофе. Роллы. Ясно. Леонардо. Ну, разве я выйду отсюда быстро? Ой, Господи. Так. Камушки, стекляшечки. Угу. Звезды морские, ракушечки. Ну, у меня есть такие ракушечки. Цветочки. Наклеечки. Такое все детское. Детское. Так, все для праздника. Так, тут пока найдешь. Ряды. Так, надо у девушки спросить. Ну, нашла вот я глину самую твердящую. Вот они тут, эти полимерки. Так. Ой, слушайте, отсюда неохота уходить. Маски. У меня была венецианская маска, привезенная прямо из Венеции. Куда я ее девал? Может быть, день в сарае лежит. Так, молдики. Листочки. Надо взять. Ну, они хоть маленькие. Не знаю. Какой-то вот такой, что ли. Прям. Не знаю. Надо взять. Ох, какие шары-то.
пенопластовые елки. Ой, ну я не могу, меня нельзя пускать в такие магазины. Он тоже молодый, лица. Так. Для выжигания приборы. Ну вот, еще начать выжигать. Давно думала, да. Но это что? А, это мозаика кристальная. Фу, мне не нравится. Дешево выглядит. Абсолютно.